Здравствуйте, уважаемые рыбаловы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно качественном твистере от всем уже известной фирмы Relax. Модель называется Twister 3. Длина данного твистера 7,6 см. Разумеется, длина данного твистера это в пассивном положении. При проводке длина данного твистера существенно увеличивается, так как хвостовая часть приманки при проводке вытягивается. Вес данной приманки 1,95 граммов. Поставляется в упаковке по 15 штук. В линейке данного твистера присутствует порядка 26 расцветок. Расцветки у компании Relax очень-очень классные. Это, в принципе, одна из любимых фирм моих. И по расцветке, в принципе, я считаю, это лично мое мнение, что Relax занимает одну из лидирующих позиций в плане силиконовых приманок по выбору цветовых решений. Качество данного твистера очень отличное, довольно-таки плотный силикон, хвостовая часть очень эластичная. Соответственно, что нам дает эластичность хвостовой части? При проводке на самой медленной скорости проводки данный твистер имеет довольно-таки неплохую игру. Соответственно, при более быстрой проводке более активную игру. Немногие приманки могут похвастаться игрой, активной игрой на самых медленных скоростях проводок, так как у многих фирм бывает такое, что силикон довольно-таки грубоватый, либо сам силикон такой, либо хвостовая часть более какая-то толстая. И на малых скоростях проводки такие приманки имеют очень-очень плохую, либо вообще ее не имеют игру. Данный же твистер от фирмы Relax совсем полная противоположность. Соответственно, как повторюсь, имеет игру на самой медленной скорости проводки, что отлично. Данную приманку я использую для, ну, можно сказать, как универсальную такую приманочку, так как, на мой взгляд, размер подходит и щуке, и довольно неплохому окуню. Ну, больше я, конечно, люблю применять данную приманку в поисках довольно-таки неплохих окуней. На мой взгляд, это где-то, ну, рассчитываю, по крайней мере, грамм от 400 и выше. Зачастую на данный твистер у меня влетают неплохие экземпляры. Ну, по нашей местности грамм 700 довольно-таки нередко проскакивали у меня на данную приманку, что, на мой взгляд, очень-очень хорошо. Оснащение данной приманки я использую, одно из любимых, это жестко закрепленная джиголовка, соответственно, впаянная в ней крючок. Также можно использовать офсетный монтаж с чебурашкой, либо с каким-то другим грузилом другого вида. Но больше мне все-таки нравится жестко закрепленная джиг-головка. Проводку я использую в большинстве случаев равномерку с остановкой в толще воды, либо под дергением. Также порой использую классическую джиговую проводку. Отлично данный твистер ловит как щуку, так и окуня. Как универсальную приманку могу, в принципе, смело рекомендовать к покупке всем рыболовам. Ценник, на мой взгляд, довольно гуманный по нынешнему времени. А уловистость данной приманки очень-очень неплохая. Всем советую. Всем спасибо за просмотр. До свидания.